Слушайте меня внимательно. Никогда в жизни не будь лгуньями. Или стриптизершами. От продюсера Бесстыдников. Алло? Родная, я застрял на работе. У нас очередное ЧП. Да ну. Немноговато ЧП для риэлтора. Основано на реальных событиях. Давай все забудем и начнем сначала. Да? Ни хрена не выйдет. Алисия Сильверстоун. Мы с мужем разошлись. На что ты будешь жить? Я уволила Хулиету. Что? А кто будет убирать? И садовника тоже уволила. Что? А кто будет садовничать? Мне нужна работа. Я пошу в 2 раза больше за половину признания и 1/4 зарплаты. Я найду способ позаботиться о девочках. Мам, потише! Я годами сидела дома, и я готова отрываться. Не знала, что в мире столько красивых людей. Ты здесь одна? Свингуешь? Прошу прощения. Здесь в спальнях такое творят, о чем даже в книжках не пишут. Иди посмотри, они не против. Нежно, внимательно, но искренне. Это, может, я не в его вкусе? Что же тогда в его вкусе? Я словно очнулась в чужой жизни. Это Голливуд, и здесь каждый день так. Здесь чего-то добьешься, только если у тебя железные яйца. Она с тобой? Это моя подруга. А яйца у тебя все-таки есть. Мне нравится жить без тебя. Мы все сильнее, чем сами считаем. Женщины тоже могут вести бизнес. Это каким дураком надо быть, чтобы такую женщину потерять? Конечно, я ведь связка ключей, а не человек. Берегись, я очень непредсказуемая. Американка.